Это шоу «Лайки меня», где 5 претендентов будут бороться за сердце главного героя их мечты. У нас есть 4 тура, в каждом из которых главный герой оценивает участников по 5-бальной шкале лайков. Друзья, доброго времени суток, с вами шоу «Лайки меня». Надеюсь, вам понравился первый выпуск, потому что второй будет точно шикарный. Кстати, можете авансом уже заранее поставить лайк, потому что у нас сегодня очень интересный парень, его зовут Абай. Заходи. Ох, ничего себе. Давай вот я сразу такой первый вопрос в формате Дудя. Почему ты здесь? Потому что мои родственники запарили меня с вопросом: Абай Кашан или Нисын Абай? Ну, это, думаю, такая достаточно стандартная проблема для всех. Давай вот начнем с того, что вообще, кто ты такой вообще, чем ты занимаешься? Я работаю в маркетинге и продажах. У тебя есть какие-нибудь хобби? Ну, как сказать, я люблю есть, и по мне это видно. Поэтому я очень люблю проводить время со своими друзьями, кайфовать, тусоваться. Ну, в принципе, основные вопросы вот эти вот стандартные, банальные я тебе задал. Я хочу перед этим сказать: мама, ставь чай, ставь мясо. Я через полчаса невесту приведу. А, ты вот так настроен? Ну да. Все тогда, поехали. Первый тур. Главный герой должен оценить участников по их инстаграму. Первая — это у нас девушка, ее зовут Айя. Поехали листать ленту. Уф. Мне очень нравится, как она одевается. Это хорошо. Стиль — это всегда замечательно. У нее есть щечки. Угу, учится. О, господи. Помните, как я похвалил только что ее одежду, как она одевается? Но на светские вечеринки мы с ней ходить не будем. Одевается она очень хорошо. Мне это нравится. Я ставлю ей твердую четверочку. И мы переходим к следующей девушке. И это Жанеля. Она студент. Темные фотографии. Я, честно, не люблю темные фотографии. Не видно всей вот этого шарма, как говорится, и так далее. Но Жанелечка очень любит поесть. И плотно поесть. Ага. Это я люблю, это мы с тобой сойдемся. Жанелечка, у меня к тебе такой вопрос. Почему все твои фотографии, все, они какие-то темные? Так что я думаю, поставлю двоечку. Двоечку поставлю, потому что, ну, как-то закрыто, не видно лица, понимаешь? И следующий инстаграм, мы переходим. Queen Айганым. Ну, вы понимаете, да? Шоу перешло на новый уровень, потому что с нами королева. Описание ее профиля. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем я режиссер. Бля, девочка молодец, что сказать. Фотографии неплохо. Фигура бомба. Фиолетовая помада? Ты сейчас серьезно? В 2К19 фиолетовая помада? Спасибо, я думаю, инстаграм Айганым мы оценим на троечку. Вот помните, Куин Айганым только что была? На задний фон, потому что здесь Тайгер Нах. Тайгер Нах, вот чем ты руководствовалась, когда создавала себе такой ник в инстаграме? Поехали ленту листать. А это кто вообще? Кто из них Тайгер Нах? Она очень любит свою подругу, как я понимаю. А, нет, это она и есть, оказывается. Тупое видео, кривляние под музыку. Вы чё, в 2019 году? Вы серьезно? Двойка, можно ж, да? Следующая девушка, и это у нас... Один ник лучше другого. Бхсшва? Нижний пробел М. Как я вижу, она какая-то активистка. У нее все фотографии. Просто посмотрите, все фотографии рабочей стороной. Она ходит на бау, это хорошо. Опять же рабочая сторона. Где вот ванфас? Где вот это вот? Спасибо, пожалуйста. Тебе троечка, дорогая. Второй тур сообщения. Претенденты должны написать информацию о себе в письме, при этом они не должны содержать больше 21 слова. Ну все, короче, в ожидании сообщений. Бу-бум, 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 бу-бум. Все 5 сообщений пришли. Поехали с первой. Посмотрев мой инстаграм, ты не узнаешь, какая я на самом деле. Надеюсь, ты читал описание под постами. Гедонист, эгоист, интеллектуал. Она назвала меня эгоистом или себя эгоистом? В любом случае, это плохо, девочка моя. Так что я поставлю тебе троечку. Итак, участница по номерам 2. Увлекаюсь танцами, не пью, не курю, люблю читать, хочу путешествовать. Так, не была в отношениях? Ценю в парне чувство юмора и понимания. Чувство юмора я тебе обеспечу. Понимание я понимающий. Мама так сказала. Не была в отношениях? Чуть-чуть не понимаю, честно говоря, вот этого. В смысле, не была в отношениях? Это как? Типа вообще никогда? Хочу путешествовать. Это я тебя поддерживаю. Люблю читать. Молодец. Увлекаешься танцами. Ехала, будем танцевать вместе. Я поставлю ей четверочку. Четверочка. Это очень крепкая четверочка, потому что я с тобой заинтересован. Участница под номером 3. Учусь. Работаю в крупной компании. Занимаюсь спортом. Люблю танцевать, петь, веселиться. Со мной можно говорить
обо всем и просто расслабиться. Я, ребят, бегу в ювелирный. Где тут ювелирный ближайший? Я уже побежал, потому что с ней можно поговорить обо всем. И она работает в крупной компании. Значит, я бросаю нафиг свою работу и буду с ее содержанкой. Шучу, ладно. Но пятерку я поставлю. Она крутая. Мне очень понравилось ее сообщение. Так, участница под номером 4. Современная, разная, ревнивая. До свидания. Я даже тоже дочитывать не буду. Что дальше ты пишешь? Люблю гулять, люблю вкусно вкусно поесть. Мне кажется, вкусно поесть с Жанелем, честно говоря. Давайте дальше. Я поставлю ей троечку. И участница под номером 5. Люблю петь, танцевать, играть в футбол, занимаюсь тэквондо, умею сидеть на шпагате. А дальше читать не буду. Она любит, она умеет сидеть на шпагате. Но, знаете, она занимается тэквондо. Это значит, при любой ссоре, если у нее не останется аргументов, она мне в жбан пропишет. Получить в жбан или шпагат? Шпагат все равно, честно, шпагат все равно перевешивает. Я ставлю ей 5 за шпагат. Третий тур — звонок. Каждый из участников должен позвонить главному герою и быстро ответить на его блиц-вопросы. Фух, так волнуюсь. Сейчас девочка первая позвонит, представляете себе? Вот девушки, вот парни тоже волнуются, ясно вам? Знаете об этом? Звонок, ребята. Смеледип. Алло. Привет. Привет. Алло, привет. 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 Тед, Маршал, Робин, Барни Стинсон. Тебе что-нибудь говорят эти имена? Нет. Нет. Как я встретил вашу маму? Нет. Да, это персонажи сериала. Смотри, вот ты назвал персонажей сериала, как я встретил вашу маму. А вот что тебе этот вопрос дает? Вот если девушка не знает, вот я не знаю, я плохой человек? Нет, не то, что плохой человек, но я люблю этот сериал. И для меня это важно, типа, что, потому что этот сериал, он учит тебя жизни, он это офигеть. Потому что там есть вот все персонажи, которые, ну, типа, Тед — это романтик, как он жить в большом городе, как в большом городе жить молодой паре, как жить карьеристке и как жить бабнику в большом городе. Это очень важно, это такой реально крутой урок. Что важно, слушать своих родителей или прислушиваться? Прислушиваться. 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 Слушать или прислушиваться родителей? Это о самостоятельности вопрос, да, идет? Да, это идет о самостоятельности, потому что слушать родителей, это значит, ну, по сути, жить чужой жизнью. И прислушиваться, и не совершать ошибки, которые совершили, например, наши родители, да? Это же круто. Круто учиться на чужих ошибках, чем на своих. Так делают умные люди. Так что ты выберешь? Туфельки или кроссовки? Кроссовки. Кроссовки. Кроссовки и туфли, да. Туфельки. Я думаю, что кроссовки. Туфли или вот кроссовки? Да. Почему? Потому что в туфельках можно выйти на светский раут и так далее, а кроссовки — это, ну, сам понимаешь, для удобства. Отношения или карьера? Отношения? Карьера. И отношения, и карьера. 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 Карьера, отношения. Ты почему-то как-то негативно реагировал, когда девушки говорили «карьера». Камон, 21 век, 19 год, да? Все можно совмещать. А, ты подразумевал надо, вот да, этот надо ответ. Успевать все, конечно. Два в одном. Типа, два в одном. Итак, фильм или сериал? Сериалы. Фильм. Сериал. Фильм. Пожалуй, сериал. Фильм или сериал? Фильм, но это, знаешь, поход, вот, поход в кино можно сходить с любой девушкой. А сериал ты посмотришь не, ну, не с просто девушкой, а уже со своей девушкой, которую ты любишь и так далее. Потому что там 20 серий по 15 сезонов. Ну это же круто. Спасибо большое, пока. Пока, 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 пока. Ну смотри, сейчас наступает наша любимая часть, четвертый тур. Ага. Где нужно, ну, вот, потрогать девушку, да. Но только смотри, вот голова, ага. Руки и все, окей? О, нет, без, тогда без, все, без, снимайте без, петличку, без, ребят, все, я так не участвую. Четвертый тур – тактильные ощущения. В этом туре главному герою завязывают глаза, и он при помощи только прикосновения должен составить мнение об участнике. Арман, ты что, каблуки одел? Рэй Чарльз, он же слепой, вы же знаете, и он всегда, чтобы узнать, симпатичная девушка или нет, он брал их за запястье и кисть. Ты не толстая. Хорошо. Кстати, смотрите, девушки, никогда не давайте парням трогать вот за эти мышцы, потому что они идентичны грудным. Так, так, так. Икры накачанные. Так, у тебя что, корни не прокрашены? Так, да, шучу. У нее узкий лоб. У нее маленький носик. Прикольно. Все, есть сёчки. Сёчки, хорошо. У нее нет животика, и она очень... Она очень... Он, у нее так, у нее такая талия. Я закончил. Ну, типа, не в смысле закончил, она типа, все, спасибо. Фигурочка классная, кожаная юбочка, прикольно. Но помните, я спросил, типа, узкий лоб у нее,
люди с узким лбом в большом процентаже они глупые, типа, а с широким лбом они умные. Ну, вот за это я поставлю ей, думаю, четверочку. Но зато твердую четверочку. Давайте следующую. Здрасте. Привет. Так, спасибо. Опять же, помнил, да, правило Рэй Чарльза? Она не полная. Хорошо. Плечи. Так. Вы понимаете, о чем я? У нее есть животик. Так, икры. Замечательно. Так, можешь показать свой мизинец? Это очень важно. Я шучу. О, чистая голова. Девочка подготовилась, она помылась сегодня. Лоб. Он широкий. Это значит, она умненькая. У нее есть сетки? Ой, у нее есть сетки. Это, нет, у нее... Это скулы. Нет, у нее нет чок. У нее острый подбородок. Спасибо большое, ты классненькая. Девчонка приятная, очень такая худенькая по кистям, да? У нее широкий лоб, это круто. Но у нее острый подбородок, а это знак стерв. Но у нее и слайм, вот этот ее слайм животик, очень круто. Отказалась показывать мне свой мизинчик. Ну, она очень такой, покажи свой мизинчик, что-то замешкалась, о, что, мизинчик? Ну, то есть, с шутками у нее тоже немного плоховато. На это я поставлю ей троечку. Приятный запах. Это мыло. Опять же, не забываем, всегда хорошо. Ой, мне нравится вот такой вот маникюрчик. Ну, типа, видите, аккуратненькие коготочки, понимаете? Это очень приятно, это очень приятно. Итак, дальше. Очень такие тоненькие пальчики. И короткие. То есть приятно будет ее держать, когда вот так вот. Видите? Очень круто. Итак, проходим дальше. Опять же. Угу, спасибо. Хорошо. Так, игры. Покажи мизинец на ноге. Это не нога. Это не нога. Так, волосики. У нее торчат ушки? Серьезно? А, нет, нет, показалось. Узкий лоб. Вы понимаете, о чем это говорит? Маленький носик. У нее не острый подбородок, это о многом говорит. Кадыка нет, хорошо, это не Арман. Понятно, спасибо большое. Она еще здесь? Это приятная девушка, от нее, во-первых, приятно пахнет. Она очень ухаживает за собой. У нее лобик. Я не скажу, что он слишком узкий или такой большой, нет, он средний. Она, кстати, я сказал, покажи мизинчик, она резко сориентировалась и типа снизу дала мне мизинчик потрогать, ну типа прикольно. Я поставлю ей пятерку, мне нравится такая девушка, она такая, мне кажется, с юмором. Я уже чувствую, что напротив меня кто-то есть. Так, ага, опять же, потрогаю, ага, прикольно, она худенькая. Хорошо, плечи, почему он так далеко на ней сидит? Голенькие ножки, ты как рожать мне детей будешь? В смысле? Волосы чистые, носик. Маленький, вы молодцы, вот вы всех выбрали с маленькими носиками. Так, я попробую сейчас найти родинки. Есть ли родинки? У тебя родинка над губой? Это будет моя личная Мэрилин Монро. Хорошо, КДК нет? Да, спасибо большое. Я поставлю этой девочке троечку, она не следит за своим здоровьем. Как можно в марте, сейчас, если что, вот сейчас по часам посмотрю, ну, где-то плюс 5. Холодно, да? Как она мне детей рожать собирается? Мне кажется, у нее были растрепаны волосы. Она очень зажатая была. Мне это не понравилось, из-за этого поставил и троечку. А так вроде прикольная девочка. Так, начнем. И бум. Ой, сразу к плечам. Хорошо. Опять же, малыши, не забываем. Угу. Хорошо. Она не толстая. Ой, а ручки такие мягкие. Столько лака, шпильки. Господи, подготовилась. Так, хорошо. Опять же, КДК нет. Ушки прижатые. Это классно. Сетки. Не дай бог острый подбородок, не дай бог. Нет, нормальный. Фу. Так, переходим к носу. Опять же маленький, спасибо вам большое. О, у нее очень широкий лоб, это хорошо, значит она умная. Такие икры, либо спортсменка, либо очень любит пончики. Спасибо большое тебе. Честно, мне вот вроде бы все понравилось, но я поставлю ей четверочку. Четверочку поставлю. Хорошо, спасибо. Блин, братан, после четвертого этого этапа мне прям жарко стало, знаешь, я покраснел. Какие у тебя ощущения? Ты просто не представляешь, как мне было, типа, не знаешь, я чувствовал стеснение, и, типа, я ждал пощечины, честно. Ну ты знаешь, что ты не по плану пошел, ты вообще правила нарушил, мы же тебе объясняли, что только вверх, ну и там... Я бунтарь, я пошел против системы. Все, да? Хорошо. Смотри, ну вот все этапы ты прошел, и по этим этапам больше всего баллов, а именно 18, набрала участница с именем Айганом. Айганым, да. Окей. Айганым, пожалуйста, заходи. О, здравствуйте. Привет. Но теперь, да, до этого выбирал ты. Теперь у нас правила игры меняются. И теперь, Айганым, у тебя есть два варианта.
Первый вариант, это вот сразу отсюда, в принципе, можете пойти на свидание с Абаем. Ты уже продумал примерно свидание? Куда бы ты повел эконом? Да домой, братан, сразу. Я тебе говорю, мама уже мясо сварила, как бы чай готов уже. Все, окей, хорошо. Второй вариант, ты можешь просто выбрать новый Samsung Galaxy S10. Все, я на этом оставляю, не надо на нее давить, пусть она выбор сделает сама, сама все это прокомментирует и все. А можно мне опять глаза завязать? Я не хочу этого видеть, когда сейчас с телефоном будет уходить. Ну, можно его взять в руки, посмотреть? Да, конечно. Блин, он реально красивый. Да, спасибо, мама тоже об этом говорит. Ага. Ты, я уверена, очень классный парень. Да, алло, мне уже не нравится начало. Ну, блин, ты просто можешь меня понять. Ты выбрала телефон, типа, серьезно? Все, спасибо, спасибо. Просто, блин, чтобы там с парнем начать общаться, встречаться, там надо с ним долгое время узнавать его и так далее. А тут он сразу такой, вот тебе на. Я не хочу этого слышать. Забирай телефон, уходи, все. Забирай телефон, все, уходи. Окей. Galaxy, вот Samsung. Почему вы делаете такие крутые телефоны? Я опять остался один. Сейчас мы все увидели суровые реальности нашего мира 21 века, но в любом случае Айганым сложно мне осуждать, потому что выбор так или иначе был бы правильным, ведь что Galaxy S10, что Абай, это просто чудо. И, кстати, если вы согласны, ставьте лайк, Абай реально затащил этот выпуск, очень харизматичный парень. И, кстати, пишите в комментариях, как бы поступили на месте Айганым именно вы, Абай или новый Samsung Galaxy S10. С вами было шоу «Лайкни меня», поэтому обязательно лайкните меня, следите за собой, следите за своими соцсетями, ведь это важно, но я, короче, уже повторяюсь, это было в первом выпуске, поэтому посмотрите первый выпуск, если вы только что подключились. Спасибо большое, всем пока.